Доброго времени суток, друзья! Рад приветствовать вас на своем канале. Хочу сразу напомнить о том, что это не инвестиционный совет, я просто делаю обзор на данный проект, а решение об инвестиции принимать вам. Сегодня нашел для вас, как всегда, новый проект, который называется TRX New World. Это платформа для облачного майнинга монеты Tron. Как всегда, все ссылочки я оставлю для вас в описании. Нужно пройти совсем небольшую форму для регистрации. И если вы будете проходить по моей ссылке, которую я оставил в описании, то вы получите 1000 трон на свой счет в подарок, друзья. Это не может не радовать. Регистрация достаточно простая. Нужно ввести номер телефона, пароль, затем еще раз ввести пароль для подтверждения. Ниже будет инвайт-код. Если вы перейдете по моей ссылочке, проходите капчу и нажимаете вот эту кнопку для регистрации. Все готово. После вам нужно зайти в ваш личный кабинет, используя данные, которые вы вводили при регистрации. Также видим, друзья, что данный проект не только дарит нам 1000 трон за регистрацию, но и позволяет зарабатывать 5% на майнинге за 24 часа. Итак, мы имеем 1000 трон на своем основном кошельке. Здесь у нас есть основной счет и рекламный счет. Так, давайте более подробно изучим, что у нас есть еще на данном сайте. У нас есть команда. Это трехуровневая реферальная программа, с помощью которой будет пополняться наш рекламный кошелек. Также вот здесь реферальная ссылка, вот здесь ее можно просто скопировать, а здесь воспользоваться QR-кодом, что тоже достаточно удобно. Ссылочка на наш кошелек, где также есть снова ссылка на трехуровневую реферальную программу. Здесь у нас есть все истории наших транзакций, также перевод с основного кошелька на рекламный, кнопочка, где мы можем увидеть свою реферальную ссылку, кнопка уведомлений и кнопочка выйти из нашего аккаунта. Итак, более детально покажу вам, как пополнить ваш депозит. Итак, для того, чтобы пополнить наш депозит, нажимаем вкладочку «Депозит». Видим, что минимальная сумма пополнения составляет 5 TRX. Либо копируем наш адрес, либо воспользуемся QR-кодом. Вставляем скопированный адрес в наш кошелек, выбираем нужную сумму TRX и жмем «Отправить». После этого нажимаем «Получить сумму депозита». Возвращаемся на главное меню и видим, что наш депозит пополнен. Я специально пополнил на 10 TRX в качестве теста. Что ж, давайте более детально рассмотрим вывод средств. Для этого переходим во вкладку «Снятие». Здесь мы видим наши два кошелька, наш базовый счет и рекламный счет. На рекламном счете у нас пока 0, но я надеюсь, это в скором времени изменится. Итак, все очень просто. Выбираем наш основной счет, вставляем сюда адрес из нашего кошелька, вводим количество, также вводим наш пароль безопасности, который мы используем для входа в наш аккаунт, и нажимаем кнопку «Подтвердить». И все, вывод подтвержден. Все так же быстро и просто. Видим в истории нашего кошелька, что вывод подтвержден. Все отлично. Также здесь есть ссылочка на Telegram данного проекта, где вам очень быстро админы ответят на все ваши вопросы. Все ссылочки я, как всегда, оставлю в описании. Что ж, вот такой проект нашел для вас сегодня, друзья. Что ж, я думаю, можно зайти попробовать, поиграться, так сказать. Ну, не более. Что ж, на этом буду заканчивать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки. Обязательно оставляйте комментарии. Всем пока-пока!